Государственный деятель Нубар Нубарян, Нубар Паша. Один из основателей египетского автономного государства в эпоху Османской империи и первый премьер-министр Египта. Входил в ближний круг правителей Египта, потомков Паши Мухаммеда Али. Занимал ряд высоких государственных должностей. Имел славу блестящего переговорщика. Добился возведения наместника Египта Исмаила Паши в ранг вице-султана Османской империи. Нубар Паша сыграл ключевую роль в деле строительства Суэцкого канала. Исмаил Паша никак не мог убедить султана Абдул-Азиза выделить ему средства для строительства канала. В 1866 году он направил на переговоры с султаном Нубара Пашу. После нескольких раундов сложных переговоров Абдул-Азиз не только выделил баснословную сумму на этот проект, но и издал специальный указ, в котором провозглашалось, что постройка канала между Средиземным и Красными морями станет самым важным событием нашего века. Нубар-Паша. История армянского народа. 19 век.